Друзья, подписчики, гости канала, привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». И сегодня опять вернемся к теме о разведении креветки омана. Сейчас у меня в одной части аквариума свет выключен, и тут поставлен фонарик. Ну, к сожалению, отсвечивает, не могу показать вам. Но тут опять вот личинки. Я их сейчас на свет собираю и буду переселять вот сюда. Здесь у меня тетраселмис, соленая вода. Соленость, пусть это никого не удивляет, но тут она 25. И тут постепенно вода испарилась. Изначально соленость была, я так понимаю, еще и меньше. Вот, у меня тут были личинки, я их просто взял, ну вот, поместил сюда, не надеясь ни на что. Но вот, тем не менее, третья неделя идет. И они живут. Сюда же я помещу вот свежих личинок, потом я их просто отсортирую. Возможно, на этой неделе сделаю подмену литр воды. Измерю сначала тут соленость. Вот, сделаю соленость такой же. Литр водички свеженькой. Отсюда возьму литр и подменю. Кстати, кто-то у меня из Одессы просил тетраселмис. Возможно, вот с подмены и тетраселмис уедет в Одессу. Еще одному любителю, и кто захочет попытаться разводить их. Вот, оманки, которые перешли на пресную воду, что стрёмный у меня телефон этот, очень плохо фокусирует. Они, в общем, сидят здесь. Здесь 6 штук, я вижу. Они все прячутся. Хотел вам показать хотя бы одну. Где они? Как назло, они все... Все куда-то убежали. Они уже таких вот довольно-таки внушительных размеров. А вот, смотрите, вот одна на стекле. Оп, одна есть. И вот таких вот, тут 6 штучек, они уже такие взрослые. Давал им корм, обыкновенный сухой корм, они уже сухой корм кушают. Ну, то есть нормально. Вот там вдалеке еще парочка сидит. Не знаю, наверное, не увидите. В общем, вот такие дела с оманками. Как говорил мне с Белгорода товарищ, меньше нужно сюда лезть, и все будет получаться. Так оно и есть. Чем меньше я лезу, подмены воды и все, во все остальное, там изменение света, освещения, чем все проще, тем лучше для них будет. В общем, посмотрим вот это поголовье, что из них выживет. Ну, тут немного их, тут, наверное, штук 20 всего личинок. Пока еще ни одна не погибла. Вот так вот. Ну, давайте по нижнему этажу, я уже тут свет включу, так уж и быть. Вот, я думаю, личинки тут не разбегутся. И вы, наверное, даже сможете увидеть тут в уголке они на свет. Вот, видите? Буквально им, наверное, один день. Они тут все тусуют. Также вот кубик 5-литровый с вишнями. Вишни себя чувствуют отлично. Размножаются. Буду их селекционировать потихоньку. В общем, ребята, вот такая история по оманкам. Не знаю, рассказала я им что-то новое в этот раз или нет, но вот так вот у меня процесс происходит. Вот столько воды. Это 10-литровый аквариум. Вот воды, сами видите, немного. Посередине аэратор, который постоянно пузырит. Свет включается в 9 часов утра. И в 11 вечера он выключается. То есть ночь у них есть. Всю ночь свет не работает. Ну и 10-вольтовый, 10-ваттный, прошу прощения, светильник. Вот как-то так. Вот. Когда буду делать подмену и после подмены, если вдруг какие-то произойдут изменения в лучшую или в худшую сторону, я обязательно сделаю видео и поделюсь с вами, что же произошло. Вот. На данный момент пока все. Вот, поделился с вами на сегодняшний день состоянием.
моей мини-амана фермы. Вот. Оставляйте ваши комментарии, ставьте ваши лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Проявляйте активность на моем канале, это стимулирует меня к созданию более новых видео. Вот. Жду от вас предложений, вопросов и пожеланий. На сегодня спасибо, всего доброго и пока-пока.